Каршеринг – это система поминутной аренды автомобилей. Она начала работать в столице в сентябре 2015-го и с тех пор стремительно набирает популярность. Арендовать машину могут автолюбители старше 21 года с водительским стажем не менее 2 лет. В настоящий момент в Москве работает несколько крупных операторов системы. Столица России по числу каршеринговых авто уже вышла на первое место в Европе. В ближайшие несколько месяцев одна из крупнейших фирм может расширить зону аренды автомобилей в Московской области. Сейчас каршеринг уже действует в нескольких ближайших к Москве городах-спутниках. По словам бизнесменов, как только придет понимание того, что в Подмосковье есть большой спрос, и компании не придется возвращать автомобили из-за МКАДа самостоятельно, будет запущен полноценный сервис. В сентябре 2018 года в Подмосковье было создано Министерство благоустройства Московской области. В зону его ответственности входит создание нового качества городской среды в регионе. Министр благоустройства Михаил Хайкин отметил, что перед ведомством стоят интересные масштабные задачи по комплексному преобразованию облика населенных пунктов, формированию современных и удобных для жизни условий качественно нового уровня. Для этих целей уже разработана стратегия, которая включает новые направления работы. К проектам по благоустройству общественных пространств, площадей, парков, скверов, пешеходных зон, набережных добавятся территории пляжей, лесопарков и заповедников. Также министерство займется разработкой типовых решений для городских улиц, которые обеспечат комфортное и безопасное передвижение жителей в своих городах. В течение 3 лет молодая гвардия «Единой России» открыла на территории Московской области 22 штаба. Сегодня в Подмосковье действует более 50 штабов этой организации. Также за 3 года количество новостей в соцсетях с тематической меткой МГРМО увеличилось на треть – с 30 до 40 тысяч. Сейчас молодая гвардия – крупнейшее молодежное формирование страны. Его региональные отделения действуют в подавляющем большинстве субъектов Российской Федерации и объединяют около 170 тысяч человек. За последние годы численность подмосковных молодогвардейцев увеличилась в 2,5 раза и превысила 5 тысяч человек.